Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам об одних из самых удивительных и дорогих грибах – трюфелях. Трюфель в первую очередь пряность, скорее приятное и роскошное дополнение к блюду, нежели полновесный ингредиент. Он, как никакой другой продукт в мире, оброс легендами. Не имея дела с трюфелем каждый день, мы знаем о нем ничтожно мало, кроме того, что трюфель – это дорого. Так, в 2014 году самый большой в мире белый трюфель был доставлен в Нью-Йорк в сопровождении охранника и продан на аукционе за 61 тысячу долларов. Обнаруженный в Италии, этот гигантский гриб весил почти 2 килограмма. Так что же делает их такими дорогими? Прежде всего из-за того, что их трудно выращивать в условиях искусственной среды. К тому же на размножение почти нельзя повлиять. Также большая стоимость связана со спецификой мест и условий произрастания, способом сбора и хранения. А еще деньги платят за легенду, а не за продукт. Ведь трюфель в этом плане легендирован чрезвычайно мощно. В 13 веке крестоносцы в Северной Африке столкнулись с удивительным явлением. В конце зимы, начале весны, местное население в пустыне из-под песка откапывало странные клубни, считая их деликатесом. Можно сказать, трюфель – это сморчок, который по ходу эволюции спрятался под землю, чтобы сберечь себя от всех, кто его не должен съесть. Например, если взять самый дорогой трюфель, порезать его толстыми ломтями и пожарить на сковородке, из него улетит все, что стоит денег, то есть аромат. Останется гриб со вкусом жареного сморчка. Как ни пытались европейские рыцари привезти трюфели в Европу, они это делали в сундуках, везли их на кораблях и верблюдах, пытались законсервировать в меду, ничего не получалось. В то же время в Европе активно развивалось свиноводство. Свинопасы подметили, что кабаны выкапывают черные клубни, которые с удовольствием поедают. Однажды, попробовав эти клубни, они пришли к выводу, что это нормальная еда. Уже в 14 веке черный трюфель вошел в традиционную европейскую кулинарию. Название гриба «трюфель» восходит к латинскому «terrae tuber» – «земляная шишка», «клубень». Трюфель покрыт перидием – наружным покровным слоем с огромным количеством бородавок либо трещин, который у определенных разновидностей практически белый. На срезе внутренняя мякоть напоминает мрамор, состоящая из внешних и внутренних вен разных оттенков. Примерно до 30-х годов прошлого столетия черный трюфель был единственным признанным трюфелем в мире, как вдруг на рынке возник белый трюфель. Поначалу все европейцы его избегали. У черного трюфеля очень сложная ароматика. Старые дубовые листья, мох, кожа, сухофрукты, цветы, морская соль, орехи. А у белого запах невероятно сильный, состоящий из странных компонентов – чеснок, ацетилен, тухлый сыр, старые носки. До 1930 года любой европеец, который сталкивался с белым трюфелем, считал это невероятной гадостью и убегал в сторону, зажав нос. Сегодня белый трюфель стал наиболее ценным грибом. Это гриб с шаровидной неправильной формой, по цвету варьирующийся от бледно-желтого до желтого цвета охры, при этом также как бы беловатые вены разветвляются по поверхности белого трюфеля. Белый трюфель может достигать различных размеров – от размера грецкого ореха до трюфеля, весящего более 1 килограмма. Аромат белого трюфеля – сырно-чесночный, пряный и сладкий, очень сильный и стойкий. Белый трюфель растет в симбиозе с дубами, тополями, ивами, липами и в меньшей степени с вязом, грабом, березой, ольхой. Вообще в мире существует очень много видов трюфелей. Известны по меньшей мере 40 видов, многие из которых несъедобны, а новые виды были обнаружены совсем недавно, в 2018 году. Во Франции лучшими из трюфелей считаются бургундские и перегорские. Хотя это дело вкуса. Жители каждого района считают, что их трюфели самые вкусные. Люди в западных странах часто видят роскошные трюфельные продукты в супермаркетах или модных ресторанах.
Но уникальный вкус трюфеля, который они пробуют, может оказаться совсем не настоящим. Дешевое трюфельное масло часто вообще не имеет никакого отношения к настоящим трюфелям. Многие более дешевые трюфельные продукты используют синтетический компонент – трюфелевый сульфит. Это синтезированное соединение, содержащее одно из основных ароматических соединений в запахе грибов, которое гарантированно придает ему характерный земляной вкус. У настоящих трюфелей вкус ореховый, похож на жареные семечки, и он обладает кокосовым, шоколадным либо фруктовым послевкусием. Гурманы вообще рекомендуют употреблять трюфели сырыми, дабы не утратить истинный аромат и уникальный привкус. Запах грибов привлекает диких кабанов, лис и барсуков. Они раскапывают клубни и таким образом высвобождают поры грибов, способствуя их размножению. Сезон белых трюфелей длится с октября до конца декабря или начала января. Трюфель можно хранить завернутым в бумагу в холодильнике, но только до 10 дней. Между тем, есть итальянский черный зимний трюфель, сезон которого приходится на период с декабря по март, и черный летний трюфель, собираемый с мая по сентябрь. Трюфели можно найти по всему миру, но все они требуют очень специфического климата для роста. Хотя у разных сортов могут быть различные требования, одно можно сказать наверняка – трюфели можно найти только там, где растут деревья. Обычно они растут в лиственных лесах, изредка в смешанных. Под землей трюфель – всего лишь плодовое тело, как, например, яблоко. А еще есть много того, что называется мицелий – это нити микроскопического уровня, которых в чайной ложке почвы может быть до 100 метров. Мицелий на самом деле покрывает корни дерева, словно перчатки пальцы рук. Эти нити как бы расширяют досягаемость дерева. В действительности они поглощают воду и питательные вещества и передают их дереву. Взамен дерево дает грибам сахар и другие необходимые ценные вещества, что помогает им развиваться. Наибольшей ценностью отличаются трюфели, растущие у корней дуба. Около одного дерева их может быть от 3 до 7 штук, однако чаще всего они растут по отдельности. Залегают плодовые тела на глубине от 5 до 30 сантиметров. Даже если вы точно знаете, как и при каких условиях растут трюфели, нет никаких гарантий, что вы их найдете, потому что охота на них – процесс трудоемкий. Как только вы знаете, где искать, вы должны вынюхивать и выкопать каждый трюфель вручную, а найти их может быть совсем непросто. Изначально грибы вынюхивали с помощью трюфельных свиней, так как свиньи очень хорошо находят трюфели, но они также очень хорошо их и едят. Но несмотря на отменный нюх у свиней, необходимый для поиска трюфелей, их использование, например, в Италии запрещено. Так их чрезмерное углубление в почву повреждает нежный мицелий трюфелей, разветвленную сеть нитей, удерживающую споры, необходимую для размножения грибов. Кроме того, довольно опасно вставать между 300-килограммовой свиньей и трюфелем, который она намерена съесть. Поэтому в наши дни собаки гораздо чаще встречаются в качестве компаньонов для охоты на трюфели. Собаки просто обожают трюфели, поэтому с радостью идут на охоту за ними, зная, что от этой охоты им что-нибудь перепадет. Порода собак не имеет никакого значения. Главное, чтобы у собаки был хороший нюх. Правда, их нужно держать в соответствующей диете, чтобы они этот нюх не потеряли. Собака находит трюфель, как бы говоря, что он все еще в земле. Нужно определиться, нужно его брать или нет. Все зависит от того, созрел ли он. Если он незрелый, нет смысла его есть. Итак, в игру вступает нос. И поэтому приходится на самом деле нюхать землю для этого. Конечно, это может занять некоторое время, но поиск хорошего трюфеля стоит того. Ведь трюфель весом 80 грамм может стоить более 90 долларов. Сезон сбора трюфелей очень короткий. Обычно он длится всего несколько месяцев в году. И даже когда у вас в руках окажется трюфель, срок годности его очень небольшой. Всего через 5 дней после сбора острый запах трюфелей уменьшится вдвое.
Одна из особенностей трюфелей заключается в том, что их не едят так, как едят другие грибы, то есть в чистом виде. Искусство использования этих грибов кроется в том, чтобы извлечь ценный аромат. Для этого используют такие продукты, которые этот аромат в себя вбирают. Это, например, сливочное масло. Можно также использовать подсолнечное масло или оливковое. Очень хорошо аромат трюфелей вбирают в себя яйца. Принцип всегда один. Трюфели вместе с продуктом-абсорбентом помещают в холодильник на некоторое время. И в течение этого времени такой продукт используется для приготовления соуса или другого блюда, которому передается аромат трюфеля. Из-за потери лесов и изменения климата количество диких трюфелей значительно сократилось. С 19 века производство во Франции упало с более чем 1000 тонн в сезон до всего лишь 30 тонн. И изменение климата может означать, что трюфели вообще исчезнут в будущем. Попытки выращивать трюфели искусственным путем предпринимались не раз. Некоторые люди добились успеха в выращивании трюфельных садов, но это нелегко. Деревья нужно сажать в правильных почвенных условиях, прививать трюфельным грибам и часто поливать. Это может занять до 6 лет, прежде чем удастся получить хороший урожай трюфелей. Но при этом нет никакой гарантии, что грибы будут расти вообще. Один из методов – высаживание грибницы в лесу. Но тут возникает несколько проблем. Не к каждому дереву приживается грибница, и, так сказать, заповедные места могут оказаться разбросанными по всему лесу. Этим ловко пользуются браконьеры, которые легко определяют место, где трюфели растут. На это указывает небольшой пятачок почвы, лишенной растительности. Надо ли говорить о том, что в этом случае браконьеры хищнически истребляют все старательно приготовленное фермером? Начиная с 1975 года во Франции стали выращивать саженцы деревьев, на корнях которых привиты грибницы трюфелей. Эти саженцы продают, но купить их может не каждый. Стоят они дорого. И потом нужно ждать 10-12 лет до тех пор, пока грибницы этих деревьев начнут приносить плоды. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!